Всем привет, ребята! Всем привет, мы на канале Happy Nikki. Нажимайте на колокольчик, если не будете, и не пропускай одно видео. Это акула. Если вы достанете, она прижмет эту удочку. Вот она. Вот это зубы, Ники, как ты не побоишься играть в эту игру? Мне уже страшно на нее смотреть даже в камеру. Боже, вы представляете? Напихали туда всякой живности. На пяти сторонах изображена одна рыбка. Вот я сейчас покажу. Вот, одна рыбка, одна рыбка, одна рыбка, одна рыбка, одна рыбка, а вот две рыбки. Теперь мы кидаем кубик, и как он стороной выпадает, значит, получается, если одной рыбкой, то нужно вытянуть одну рыбку и спасти акулы. А если двумя рыбками вверх, где они? Где? А вот так вот, если выпадает кубик, тогда играющий тащит две рыбки. И больше шансов, что акула тебя хватит за руку. Ну что, кто первый? Я. Одна. Не боишься? Так, Ники вытащил одну. Очередь папы. Раз, одна. Я хочу красненького. Лобстера. Ника, смотри. Ай. Это краб. Давай, это следующее. Одна рыбка. Тащи, тащи, тащи. Я хотел. О, молодец. Папина очередь. Папа кидает кубик. У папы двойной риск. И вот это тоже два. Удочка застряла в пасти. Ну хорошо, что тебе повезло, что ты успел убрать руку, потому что иначе она бы откусила тебе всю руку. Ну ладно, всю, не всю, чуть-чуть поставила. У меня два удочки. У них теперь две удочки. Вот так. Так, ну что, продолжим пока играть? Или нет, давай заново возвратим всех рыбок туда. Да. Может, мы на этот раз до конца дадим? У нас же были челленджи, где мы доходили зуб с зубами, где последний, по-моему, зуб нажимал Тёма. Одна, тяни. Я хочу желтый. Хочет Ника желтый. Давай вытягивай. Да вот так поверни. Вот так, видишь, крючочком удобно зацепить. Отлично. Ой, а что у меня сорвалось? А, нет, вот, как сорвало. Вот, я вытащил рыбку, просто она у меня упала. Вот. Не кидай кубик. Кто там? Одна рыбка. А, нет, давай. Я хочу еще. Одна рыбка, все, все, хватит, по два раза нельзя. А, я хочу поднять. Есть. Краб. Поймала. Два тебя будет рыбки, а мне краб. Одна рыбка. Я буду тянуть красненького тоже. А, есть. Папа. Да. Тебе рыбки. Кидай, твоя очередь. Ха-ха-ха. Ты что, хочешь две тащить? Так ты же проиграешь, если две вытащишь, она захлопнется. Лучше одну, оно хорошо. Ника хочет очень тащить две рыбки. Ну тогда вытаскивай две. Давай, ей, наверное, понравилось, как акула зубами щелкает. Раз. Ника всех красненьких хочет. Она опять пытается красненькую. Ну, куда руки? Нельзя. Удочкой работаем. Не краб. Одна рыбка папе. Папа будет тащить зелененькую рыбку. А что-то у меня срывается в последнее время. Я аккуратно рукой вытащу, чтобы меня акула зубами не щелкнула. Вот.
Теперь я. Теперь ты, да. Одна рыбка, Ника тянет одну рыбку. Четверо у нас раз дольше все происходит. Ага, четыре осталось. Папа кидает. Раз. Тогда уступи Нике ход. Пусть Ника два раза. Ну давай, Ники, раз ты не боишься, вытягивай два раза. Давай. Раз. Остается всего три рыбки. Сейчас посмотрим, как Нике повезет. Ну ничего себе. Ники Лаки. Да, ну ладно, Ники ходила, теперь папа будет. Нет, теперь Ники на очередь, она ходила за тебя. А, даже так? Ник, его отлично вообще. Меня акула не укусит. Кидай кубик, твоя очередь, опять. Две! Это то, о чем мечтала Ники. Ну что, сейчас что-то будет. А почему она не выстрелила до конца? Ну-ка. А, что-то это, наверное, плохо их взвел. Похоже, что эта акула делает все, чтобы не пустить Ники. Давайте у меня посчитаем. Да, у тебя больше. Давайте посчитаем. Я посчитаю. Давай. Я желаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, Ники. Ой! Чуть не съела папу. А я твои посчитаю еще, ладно? Посчитай, Ника любит математику у нас. Раз, два, три, четыре. Папа проиграл! Ура! У Ники 8, папа 4, папа проиграл. И пора прощаться с ребятами. Я буду это долго играть! 100%! Но сначала мы скажем ребятам пока-пока. Только быстрее, мне понравилось. Давай, быстренько давай. Прощаемся с ребятами и всем продолжаем. Всем пока, ребята, подписывайся на наш канал. Пока-пока. Не забывайте, что... Ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. А мы будем играть с Никой в акулу. Пока-пока.